За сутки очередь грузовиков в Польшу увеличилась в 4 раза. Перед погранпереходом кукурыки с 50 до 200 фур у Тересполя въезда в ЕС ожидают 340. Сотрудники оформили 52% больше грузов. Наиболее загруженный маршрут в страны ЕС проходит через литовский Мединка и Каменный Лог. Здесь пропустили всего 18% машин от нормы. В среднем белорусские туристы проводят за границей 8 дней, иностранные в нашей стране 4, сообщает Белстат. 1,5 миллиона человек путешествовали турами, почти 2 воспользовались однодневными экскурсиями. Синьокую посетили более 233 тысяч иностранцев. В Бобруйске выявили некачественные электрические паяльники китайского производства, которые не подтвердили соответствие требованиям технического регламента таможенного союза. Также покупателю не предоставлялась достаточная информация для его применения. Ввоз и обращение небезопасной продукции на территорию страны запрещен. Остатки товара изъяты из продажи. Соревнования «Джип Спринт 2024» планируются в ближнем пригороде города 20 апреля. Мероприятие пройдет под эгидой Бобруйской объединенной организационной структуры ДСАФ. Команда автолюбителей вдохновлялась аналогичными ежегодными событиями, которые проходят в Речице и Светлогорске. Трассу подбирали с песком и грязью. До глубины души Белпочта предлагает поздравить близких цветочным букетом на открытке. Только 5 марта адресовать теплые слова и искренние поздравления можно бесплатно. На выбор десяток карточек с весенними образами, цветочным оформлением и весенними акцентами.